Приветствую всех! У нас сегодня в обзоре пятерка, первая береговая. Солнце светит, вот все пишут, почему я не говорю, что жарко. Да, конечно, жарко, но лето. Жарко будет везде. В Турции, в Египте, везде летом жарко. Лето, но поэтому и лето, потому что летом очень жарко. Если вы находитесь на первой береговой, если плаваете в море, если купаетесь в бассейне, то все супер. Если ходите по городу, то можно сойти с ума. Вот я делаю обзор, я не взял кепку, потому что в ресторане был, и солнце жарит очень сильно. Значит, у нас сегодня бич-клуб Даганай, район, поселок Канаклы. Первая серия, в которой будем смотреть сервис, номер, ресторан, территорию, бассейны, горки, снэк-бары. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, пойдем с вами на пляж. Первая серия, заплатил в сутки $75, дороже всего, по такой цене еще ничего не брал, отель находится отдаленно. Если вы отдыхаете в Турции и хотите поехать на экскурсию, рекомендую вам компанию «Империя Туризма». Низкие цены, разнообразные экскурсии. Ссылка на их сайт в описании под видео. Бич-клуб Даганай. Первая береговая, поэтому сейчас, я так понимаю, что сюда заходить надо. Сейчас будем смотреть этот отель. Он по цене выше, чем все остальные. Угу. Я сейчас по переходу подземному буду заходить в отель. Тут, получается, я приехал возле трассы, вышел. Тут пляж, в общем-то. Видите, даже сцена есть. И надо, чтобы попасть в отель, надо вот так пройти. Смотрим. Ну, подземный переход такой интересный. Картины, подсветка. Видите, тут всякие зеркала. Вообще получается дорогой отель. Я только что посмотрел. $75 в сутки. Помните, я брал пятерки по 38. По полтиннику я говорил, что дорого. А это получается у нас 75. Уже к сотке доходит. Уже доходит к сотке. Где здесь ресепшн, пока не могу понять. Мы сейчас найдем. Ресторан вижу. Ресепшн сейчас будем искать. Пока иду, смотрю, туристы возмущаются. Закрыть типа бассейн детский. А время уже 8 утра. Он с 8 должен работать. Нет, сейчас 8:24. Люди как бы возмущаются уже. Ну, а тут ресторан. Смотрю, горы еды. Сейчас будем смотреть. Погоде хочу сказать, что невыносимо просто. Это я хорошо переношу жару, невыносимо стало жарко. Вот с утра я проснулся и просто очень-очень жарко, очень. Что будет дальше, не знаю. Как не знаю, я год назад был, я знаю, что очень-очень тяжело. Так, вот такой у нас холл. Ресепшн. Сейчас будем показывать паспорт. И... Так, все, с приездом. Доброе утро. Так, этот надо мне связать. Так, не одевает браслет.
Okay. Ну, вообще отлично, мне сразу дают номер, сразу yeah. номер, это уже радует. Потому что общался с подписчиками, они говорят, в Европе раньше 15 вообще как бы никто тебе ничего не даст, а выселение сказали в 10. Так что будем ездить в Турцию, Египет, не знаю, 10 выселения, а в 15 заселений, это сильно. Лифт такой. Сейчас посмотрим, какой номер. Второй этаж комната. Второй этаж. Давайте смотреть номер. Значит, здесь у нас можно сушить вещи. Стол, два стульчика и вид на море. Первая береговая. Даганай. Клуб Бич Даганай. Кого мы будем догонать? Сейчас проверим. Фотозона. Смотрите, у нас там всякие качели с логотипом. Зебры. Фламинго. Люди уже направляются и в бассейн, и на пляж. Давайте смотреть номер. Давайте смотреть номер. Большая кровать, двухспальная, одинарная, подсветка, кондиционер, два кресла, столик, телевизор, зеркало. Видите, так немножко подсветка оттуда идет. Здесь тоже в темноте должно быть красиво, вот это все подсвечивается. Чайник, чай, кофе. Молоко и у нас мини-бар. Это все бесплатно. Воду сразу достаем. Такую тоже. И вот такие у нас еще интересные напитки. Потом попробуем. Также есть два маленьких сока. Я еще достаю все, потому что не хочу холодное пить. Холодно, и вам не рекомендую, можно заболеть. Три пары тапочек. Так, здесь у нас телефон для связи, ручка, зеркало, шкаф, зеркало во весь рост, вешалки, дополнительная подушка, есть сейф, четыре цифры решетка, в общем, бесплатный сейф. Ложечка для обуви. Нитки. Давайте смотреть в санузел и выдвигаться в ресторан. Тут у нас косметика, мыло. Так, в общем-то, сделано интересно зеркало, что удобно, себя со всех сторон можно видеть. Телефон. Раз, два, три больших полотенца, три маленьких. Здесь у нас еще, смотрите, расческа, скорее всего, станки. В общем, надо будет все открывать, смотреть. Ёршик, унитаз. И вот такая у нас кабина. Это мы сразу бросаем на пол. На пол. Сейчас, кстати, примем душ, потому что я в предыдущем отеле был. Мылся под холодной водой. То есть не было второй день воды. Там трое суток, в общем-то, находился, и последний день не было воды. Проверим сейчас, как здесь. Это один и тот же район, Конакла. Есть фен. Здесь у нас розетка. Ну все, как бы по номеру все нормально. По номеру все нормально. Ну как все нормально? Вот смотрите. Чуть-чуть видите такое тут. Ну это мелочи. Так, текстиль, смотрите, какой классный. Что-то такое, смотрите. Хорошо, что я это достал. Это нам товарищ такой не нужен. Это... Ого, как он прыгает. Он прямо прыгает, это опасно ночью спать, слушайте. А вдруг он ядовитый.
Плохо, что я его не хлопнул, честно говоря. Сейчас надо его будет его искать. О, кто понимает, это не ядовитый у нас паук. Он меня не укусил. Еще хочется обзоры поделать. Еще хочется поделать обзоры. А, вот он, смотрите. Что делать с ним? Так. Потому что это не шутейное дело. Ночью будешь спать, он тебе что-то сделает. Ну это, в общем, выживание. Это выживание. Бегай себе на улице, но номер. Я заплатил деньги. Как бы не рассчитывал с тобой здесь жить. Смотрите, интересные такие у них зубные щетки. Мне такие подходят. Расходные. И здесь и тампончики, и ушные палочки, и пилочка для ногтей, в общем, шапочки для волос, для девочек, в общем, нормально. По косметике отлично все. Видите, как зубная щетка с зубной пастой вообще. Это нормальный отель, и напор хороший, и кипяток. Только открыл воду, не надо там, чтобы стекало, сразу раз, горячая вода пошла. Так что все в этом плане супер. Тропического душа нет? Нет, лейка у нас одна, только лейка. Ну, есть клейки, видите, что хорошо. Можно сюда поставить там сразу гель, шампунь. Чтобы стояло сразу здесь. Вкусное, кстати. Я супер, я оригинал достал, обычную, видите, карточку беленькую поставил, и все работает, оригинал у меня. Это вообще отлично, можно заряжать камеры, пауэрбанки, телефон. Все, идемте завтракать, пока я в хорошем настроении. Время завтрака с 7 до 10, можно выспаться, главный ресторан. Потом с 10 до 11 поздний завтрак. С 11 до 15.30 пляжные снеки, пицца. С 11 до 16 снеки возле бассейна. С 11 до 21 пирожное, печенье, сэндвичи. С 12.30 до 14 обед, с 18.30 до 21 ужин, с 23.00 до 6 утра есть ночной суп. То есть голодными не будете. Тут у нас расписание баров с 10 до 2, с 10 до 18, с 10 до 18, с 10 до 24 и с 23 до 2 часов ночи. На пляже бар работает до 2 часов ночи. Диско на пляже. И есть еще бар, который работает в саду до 2 часов ночи. Напоминаем, дорогие гости, что с 2 часов ночи до 10 утра алкоголь не подается. И отель не несет ответственность за утерю ценных вещей. Оставленных в номере. Пожалуйста, используйте сейф в номере для хранения ценных вещей. Ну, это такое, в общем, просто как бы для подстраховки. Бесплатно. Волейбол, футбол, теннисный стол, спортзал, супермаркет. Ничего себе, супермаркет бесплатный сервис. Мини-бар. Звонок для раннего подъема. Мини-клуб, сейф, Wi-Fi бесплатный. Потом узнаем. Может быть, просто сейчас зайду и будет работать. А платный — это аренда машины, праздничный торт, доставка цветов, телефон, шопинг, стирка, спа, водные аттракционы, медицина, шампанское и парикмахер. Так, ладно, идем. Так, теперь будем искать ресторан. Сейчас пока в ресторан зайдем, немножко покажу вам. Вот я вышел в какую-то другую сторону. Видите, у нас еще есть номера прямо с видом на бассейн. Три горки у нас. Горы.
Так, ну территорию позже будем смотреть. Идемте завтракать. Это сейчас закончится завтрак. Так, вот я уже подхожу к ресторану. У нас здесь анимация, караоке будет 21:30. Так, время ровно 9 утра. Здесь у нас напитки, кофе, чай, много автоматов. Вода простая. Здесь у нас суп, специи, ложки, еще суп. Хлеб. Булочки. Без глютена есть. Так, здесь сыр, масло. Колбаса, оливки, картошка. Джем. Кухонная паста, шоколад. Рахатлакум, вафли, халва. Хлопья, овсянка, печенье. Красиво, подача такая. Помидоры, черри, огурцы. По фруктам яблоки, арбуз. Грейпфрут, апельсин, зелень, еще арбуз, чтобы не было очереди, где много что дублируется. Так, здесь у нас йогурты, оливки. Можно приготовить тост, есть микроволновка, масло, колбаса, сыр. Можно приготовить тосты. Так, здесь у нас выпечка такая, биде, вареные яйца, фасоль, блинчики, шоколад, картошка, глазунья. Каша пряная, сосиски, кетчуп, майонез, булочки, макароны были здесь. В общем, здесь яйца готовят. Здесь готовят яичницу. Сейчас надо тоже закажу. Мне приготовили такой классный омлет с грибами, с овощами. Сейчас попробуем его. Ну, как бы такого, что по питанию там супер прямо что-то такое необычное, то ничего нет. Там ни рыбы, ни как бы... Отель находится отдаленно. Я думал, тут будет что-то сверх такое. А тут как бы стандарт. Стандартно для такой цены, честно говоря. Вот я что-то еще не увидел. Сейчас еще посмотрим. Ну, вроде бы все обошел. Я зелени вот хожу. Зелень. В более бюджетных отелях куча зелени. Здесь зелень не могу найти. Черри и огурцы. Я вам сейчас покажу. Как бы вот оливки и вот по овощам у нас черри и огурцы. Как бы все. Зелени я не вижу. Как бы салатов тоже нет. Вот нарезанные, чтобы разные там брал. Что-то пока не могу врубиться, честно говоря. Вот нашел зелень. Как-то у них так все расставлено, что что-то найти еще не сразу найдешь. Так, ну что, давайте пробовать. Значит, пока по завтраку не скажу, что сильная сторона отеля – это питание. Пока питание
Я недавно был несколько дней тому назад в отеле за 62 доллара. Там как бы питание было поярче даже. Ну тут как бы сейчас попробуем вообще. Как по вкусу. Девочка приготовила очень вкусный этот омлет, конечно, очень вкусный. Для пробы разные. Вот на эту булочку можно и намазать, чтобы вкуснее было. Все, всем приятного аппетита. Так, ну, сейчас попьем капучино. Я еще взял йогурт, пихиную пасту, тут какие-то еще взял персик или что-то такое. Сыр у меня. Еще по питанию ничего такого пока не увидел. Посмотрим обед, какой будет ужин. Потому что завтрак такой себе. Стандартный. Так, у нас включили уже фонтан. И вот так выглядит главный вход в отель Beach Club Daganae. Daganae, кто знает в переводе на русский, что означает? Добежать, догнать или Daganae, что такое Daganae? Или какое-то другое значение. Вот у нас карта отеля. Видите, все расписание с 10, good morning будет, 10:15, жим. Все тут расписано. До 16:30 аэробика будет. Будет 16:15 футбол, пляжный волейбол. В общем, тут по анимации должно быть все неплохо. У нас есть здесь возле горок есть свежевыжатые соки готовят. Ну, скорее всего, по 2 доллара они, как обычно, везде. Ну, уже с утра люди загорают и купаются в бассейне. Вот маленький бассейн, 35 сантиметров. Тут у нас здесь еще есть бар, снэк, но он пока закрыт. Здесь у нас детский мини-клуб. Сейчас вам покажу, как все выглядит. Вот горки. Такой детский бассейн, паровозик, это всевозможные такие различные качели, батут. Уже включается музыка, сейчас будет говорить всем с добрым утром. А тут делают мясное. Так, значит, детский мини-клуб работает будние дни с 10 до 23, а выходные дни с 10 до 12:30 и с 14:30 до 17. Смотрите, фото можно делать. Вот так заходите. И вот таким образом делаете фотографию. Это для детей, наверное. Так, у нас петухи начали петь и включилась анимация. Горки заработали. И уже первые дети начали съезжать. Взял турецкий кофе, бар открылся, и я говорю, давайте мне турецкий кофе. Приготовили с турки. Сейчас немножко попьем кофе и пойдем дальше. Значит, здесь смотрю с собаками в отеле. И вот видите, у нас тут пирожные какие подъезжают с 11 часов, еще больше будет их. Я вот зашел вовнутрь, хочу вам показать. Лифт здесь. Так, все. Зона отдыха. С другой стороны лифт. Я еще Wi-Fi не подключал. Еще заметил, еще ресторан здесь у нас есть такой небольшой.
с детьми сюда заходят. Смотрю. Смотрите, у нас там, где горки, там анимация. Я отошел специально за ресторан. Здесь такая зона, где тишина. Бассейн детский, для взрослых. Ну, давайте посмотрим территорию. Что у нас здесь? В общем, здесь у нас есть душ, раздевалка. Здесь детские такие за деньги аттракционы. И вот у нас здесь сцена, вечером будет шоу. Вот смотрите, там где сцена, есть еще спортзона. Футбольная площадка. Мне пишут, что там типа есть территории в Турции, где огромные. Огромные, я показываю типа пятерки с маленькими территориями. Но я выбираю пока бюджетные отели. Вот. Бюджетные отели, маленькие территории. Может быть, есть какие-то отели там, где огромная территория? Никто не спорит. В спортзоне есть футбольная площадка, есть теннисный корт. Ну как бы все, так как, ну, территория тоже небольшая. Сейчас тут посмотрим, что еще у нас здесь есть. Небольшая, ну все как бы близко, горки, бассейны, надо анимация, есть анимация, надо тишина. Заходите в другое место. Вот здесь у нас для детей такой спортивная зона, где можно полазить. Вот такой экскаватор у нас здесь есть. И можно побегать, полазить, поиграть. Здесь теннисный стол есть. Вот одеваете такую каску. И тоже вперед. Как вот. Вон малыш уже один упал. Ну видите, тут интересно. Мало того, что можно не травмироваться. Видите, координация. Ну как получается, нормально? Не страшно? А? Не страшно? Ну, видите, интересно как, только жарко здесь. Пока хожу, смотрю территорию. Сейчас будем с вами смотреть, что у нас по снэк-бару. Огурцы, помидоры, черри, салаты, кукуруза. Оливье. Соусы. По фруктам мандарины, арбуз, черешня, яблоки, грейпфрут. Тут у нас будут делать хот-доги, будут делать гамбургеры. Все позже вам покажу. Все пока только готовят. По бару получается здесь возле горок пиво и вино, оказывается, есть. А вот там, где тихий бассейн за рестораном, там коктейли делают вкусные. Ну, пока знакомимся там с отелем, пока не знаю. Пока идет знакомство с отелем, я хожу, смотрю, изучаю. Получается, сауна 45 евро стоит. Бесплатно только сауна с часа до 3. Если вы покупаете 45 долларов программу, то потом можете пользоваться 3, да? Да, бесплатно, кажется. Угу, каждый день. Все, спасибо. Вот. 30 фотографий 50 долларов, 50 фотографий 70 и 100 фотографий 100 долларов. То есть одна фотография 1 доллар, когда заказываете много. Вот у нас на территории отеля есть спа. Сейчас зайдем посмотрим. Сумки по 10 евро. Пляжные. Местной культуры. Смотрите, как все. Здесь магазин, а спа-центр у нас внизу. Сейчас быстро покажу вам, как все выглядит. Здрасте. А полотенце брать у вас надо, да? Здесь, клиентам. Спасибо. Надо депозит давать или ничего деньги давать? Вы это даете на ресепшене наверху, вам
вам дают вот такую карточку, вы приходите сюда, я вам надаю полотенчика. Сколько карточек, столько полотенчик. А, все, понял. А можно посмотреть, что у вас есть? Пойдем. Сауна. Пожалуйста, пойдемте. Сколько к нам человек приехал? Вы один? Я один, да. Вы один. Откуда вы к нам приехали? Украина. Украина. У нас девочки тоже. Да. На сколько дней к нам приехали? На один. На один день? Серьезно, что ли? Я по разным отелям езжу. Ага. Так, это что у нас? Паровая комната. Там есть кто-то? Нет, там никто, это просто пар. Ага. Так, это сколько стоит? Закрывайте быстренько. Ух ты. Лечебный, да, такой? Лечебный. Да. Сауна получается турецкая. И здесь самое интересное, турецкая баня. Это солевая, да? Солевая. Это сауна. Сауна. Угу. И дальше турецкая баня. Там сейчас идет программа, пожалуйста, не открывайте. Ага. Да. Там вам делают пилинг, первый массаж делали раньше, знаете, баня, программа. Не, ни разу не был, кстати. Ни разу не был. После одной программочки посещения спа-центра у вас будет включено. Здесь у нас зона отдыха. До хамама и после массажа вы здесь отдыхаете. Вам делают масочку, пьете фруктовый чай, отдыхаете. Угу. Спасибо большое. Пойдете, я вам расскажу программочку. Ресепшн, да? Да. И подойдете, я спасибо вам большое. Приятно. Вот только где у вас, запишитесь, пожалуйста. Спасибо большое. О, хорошо, хоть отели такие небольшие. Ну, в общем, жарко ходить. Очень жарко. Насколько я хорошо жару переношу, но влажность большая, как бы. Хочется нырять и плавать. Смотрите, что у меня с номером. Какая щель. Это огромная щель. Это перекошенная дверь у меня. Почему-то непонятно. Так, сейчас я узнаю за полотенце на ресепшене, что там вообще. И будем смотреть пляж и сделать замеры бассейна. Все-таки интересно, сколько градусов. Потому что люди смотрят, и для кого-то это... Для кого-то это важно. И музыка возле горок вовсю гремит. Ситуация с полотенцем хорошая. Приходите, говорите, надо полотенце на ресепшн. Вот смотрите, сейчас вам покажу, какие здесь у нас сладости. С 11 часов работаю. Вернее, открыты с 11 часов. Сладости. Такие. Сэндвичи. Булочки, печенье. Здесь турецкий кофе делают, пиво, вода, напитки. С полотенцем какая ситуация? Идете на ресепшн, говорите, надо собачка с ней. Тебе не жарко? Джордж, тебе не жарко? Это, получается, что идете на ресепшн, вам дают вот такую карточку. Вот. Говорит, одно, два, я говорю, одно. Дали мне такую карточку, я пойду на спа-салон. Дам карточку, возьму полотенце. Ни депозит, ничего давать не надо. Приносят черешню, фрукты. Это куда, не знаю, я черешню захотел. Сейчас посмотрим, если сюда, пойду возьму. То есть с питанием здесь говорят полный порядок, но по завтраку я по полному порядку не понял. Смотрите, алыча, абрикос, черешня и персик. А зачем брать, я не знаю. Вот так, руками, да? Угу. Короче, беру черешню холодную. Возьмем персик. Абрикос. И алычу. Там мне чай девочка сделала. Сейчас перекусим. Так, алыча первая. Уже там более спелая черешня. Город. Видите, дети, как взяли себе матрасы, крокодила и в сторону горок бегут. Ну, детям тут зачетно.
Здесь, смотрите, у нас готовят ветлины. Так, вот смотрите, что я взял. Меня, кстати, чуть не укусило. Так, я там брал еду, видит. То есть для контента рискую, если бы меня оса укусила, там хейтеры бы радовались бы. Гамбургер. Ну как бы снэк обычный. Этих людей возле горок очень много. Дорогие друзья, когда я скажу, раз, два, три, вы должны беги сюда и потом прыги. Палка бросать нельзя, только лопить. Раз! Окей, азар, one, two, three, go! О, надо шарики разбить. You have to explode, we должны лопить. Потом мы сгерим, пьется. Oh yeah, we will continue with Mr. Oh yeah. Two, three, go! Андрей, что случилось? Так, сейчас замеры сделаем температуры бассейна и пойдем на пляж. Ого! Значит, температура воздуха 34,5, а температура бассейна 30 градусов. И это только 7 июня, что будет дальше, не знаю. 30 градусов бассейна. Теперь идем, берем полотенце и на пляж. По салону беру полотенце и сразу бежим на пляж, потому что сейчас обед, через 20 минут будет. Ну, такая жара, что хочется уже понырять. В бассейне как бы не сильно, а показать вам в каждой серии моря, пляж. Смотрите, какая красота тут. Красиво как. Я взял полотенце. Идем на пляж. Это вообще редкость для Турции, чтобы вам дали полотенце. В Египте вообще на пляже, возле бассейна. В этом плане, понимаете, везде есть что-то лучше, что-то хуже. Вот что-то в Турции лучше, что-то в Египте. Так и везде. Отель находится отдаленно. Вот как идти на пляж, у нас здесь такое магазины, тапочки. Футболки, шорты, свитера, тату, этот салон красоты. Вон, видите, девочки делают салон красоты. Ладно, закрыто. Ага, здрасте. Можно постричься, да? Да. Все, спасибо. Кепки. Видите, разные кепки. Ну, кепки такие простые, хочется такое что-то покруче, чтобы козырек был. А так я везде, куда не зайду, такие кепки очень простые. Смотрите, фламинго розовый, с ним можно фотографии поделать. Чуть не упал. Здесь у нас детский крытый бассейн, сад, цветы. Видите, вот такая зона. Вот такая зона для детей. Крытый бассейн. И у нас подземный переход. Сейчас пойдем на пляж. А вот здесь, говорят, вкусные коктейли делают. Сейчас какой-то выпьем, потому что очень жарко. Ну, надо алкоголь. Вот здесь, возле зоны, где бассейн, где у нас ресторан. Здесь у нас готовят коктейли. Да, виски, джин, текила, ракка, коньяк, бейс, кампари, вино, вайтон, рейдман, розвайн, тоник, пикер, джойк, энерджи, спрайт, кола, фанта, спрайт, твис, айс, ти, топи, секс, омбич, лонгстан, финиколада, текила, санас, кубей, ринс, улюдагу, мартини. Это фри, да, все? Да, фри, джинасло. Все, тамам. Да, ташикюра дарим. Да, дарим. Взял такой напиток, попробую сейчас, спасибо. Ну что такое? Вот, Бабискин.
Водка везде? Нет, не было. Также у нас, смотрите, есть напитки, кофе, капучино, латте, вот обычная вода. Смотрите, какая кошка. Какая красивая кошка. Здесь, кстати, кальян. Смотрите, у нас стенд, где все показано, куда идти. Вот эта зона, где крытый бассейн, вещи, парикмахер, сумки, обувь, бич, бар, торговый центр. Нас интересует пляж. Поэтому вот мы идем с вами на пляж. Ой, пятерки, конечно, интереснее, чем всякие тройки. Вот где-то здесь должен быть тренажерный зал. Потом, после обеда, перед ужином, обязательно пойдем, что я уже давно не был. И вот мы выходим на такой гамбургер, на наш пляж. А тут на пляже все условия, смотрите. Столики. Людей, кстати, на пляже тоже много. Сейчас будем разбираться, где наш пир, где наши шезлонги. Здесь у нас сцена. Так, что у нас здесь? Котлеты такие. Кетчуп, майонез. Помидоры, овощи. Вот можно в корзинке брать разные соусы. И здесь прямо с видом на море обедать. Так, это получается наш пирс. И вот наша зона, где можно загорать, заходить с берега. Хороший заход, видите, камушки мелкие. А дальше, как и по всей Лане, Конаково, вот такие плиты. На пирсе есть зонты. Вот такая большая зона на пляже, где можно сидеть, лежать. И есть тренажерный зал. Сейчас вам покажу, как все выглядит. То есть фактически в главный ресторан можно не ходить. По фруктам алыча, апельсин, яблоко, арбуз, апельсин. Грейпфрут, вот такие салаты, помидоры черри, сладости есть, есть бар, в баре пиво, вино, красное, белое, да, вино есть, да, чай, кофе, напитки. Специи, макароны, наггетсы, котлетки, рис, курица с картошкой. Ну и все. И, наверное, готовят пиццу, смотрю. Готовят пиццу. Смотрите, какая собачка красивая у нас сидит здесь. Загорает в тенечке. Это наш пляж, да? Вот этот... Пирс, да? Ордан, я Дуанай. Или Риси. Большой, да, такой? Я прошу. Угу. Все, это шокер. Ну, смотрите, пляжная зона большая. Здесь у нас душ. Есть туалет на пляже. И есть раздевалка. Вот туалет, раздевалка и душ. То есть и бар, и вода, и пиво. В общем, то, что вы любите. Первая береговая с баром, шезлонгами, с навесами. Сейчас самое главное, с берега покажем, кто приедет с детьми. В первую очередь будем сейчас заходить с берега. Сделаем замеры температуры моря. А после обеда уже поплаваем с пирс. Тенция практически новая, только вот эти вещи там, они должны убирать, выкидывать. А этот как бы чуть-чуть такой на пляже свинюшник. Ну что, сейчас надо быстро нырять, жарко невозможно.
Так, ну вот, смотрите, как дети здесь на рукавниках и плавают. Камни есть. Но такие, что ходить можно без коралла. Так, вода в море. 27,9, 28 градусов. 28, уже вообще теплая, резко нагрелась. Температура воздуха 35,6. Время сейчас 12:30. У нас как раз начался уже обед. Сейчас беру подводный бокс, GoPro и поныряем. Посмотрим, какое дно здесь. Так, все. Сейчас будем нырять. Вот такие здесь камушки. Ну нормально, уже 20 минут идет обед, сейчас возвращаюсь в отель. Пойдем сейчас посмотрим, что в главном ресторане. Удобно то, что сразу раз, и вы как бы прошли переход этот подземный, и вы сразу уже на территории отеля. И на пляже бар, и здесь бар, и возле горок бар, и возле ресторана там сладости. Вот такая у нас зона для фотографий. Так, сейчас покажу. Приезжаю, так, садитесь сюда и вот так делайте фотографии на этой печеньке. Ну, а мы сейчас идем обедать. Розовый фламинго, дитя заката, розовый фламинго, узнал он когда-то, даже в жизни. Так, а где мой корпус, честно говоря? Тут пока такая путаница еще. Попробую все найти. По-моему, вот где-то здесь у меня. Рюкзаки тут разные по 10 евро. Ну, кстати, вы можете там купить, и сразу могут ручки оторваться. Я первый раз, когда год назад был в Турции, я купил тоже себе пару сумок, и сразу же они порвались. Одна в автобусе. Вот типа вот такой была у меня, что-то такая. Вот такая. Ну, вот типа вот этой. У меня сразу ручка отлетела. Прямо в автобусе я в Египте подшивал. Рюкзак потом сразу у меня порвался. Такое, в общем. Надо носить книжку или журнал у них. А когда что-то такое закинули, то может порваться. Что, заканчиваем на этом первую серию, немножко познакомил вас с отелем, поплавали, посмотрели территорию, ресторан, бары, снэк-бары. В следующей серии будем смотреть обед, ужин, поплаваем с пирса, посмотрим анимацию. Завтра буду здесь аж до, ну, после обеда уеду, кстати, потому что у меня следующий отель я взял на трое суток, поэтому спешить не буду. Зачем мне рано уезжать? Приеду в тот отель, когда уже будет готов номер.